Всем здравствуйте, дорогие подписчики. Хочу вас познакомить с гладиолусом. Сорт называется «Бабушкина внучка». Я видела в интернете про этот сорт. Видите, какая красота. Понятно, у бабушки же внуки, внучки красавицы. И гладиолус красивый, смотрите. Она кудрявая получается. Тут по... Вот. Прям я обычно сажаю по 3-4 луковицы, но в этой вот здесь прям все они и получились. Видите, какая красавица. Получается желто с красным таким кремовым таким вот их переливается, потому что тут точно не скажешь именно какой цвет. Переливание вообще с многих цветов. Такая вот у меня куколка есть.